Всем здрасте. Здрасте. Будем по тихой грусти. Ребенок с вами. Снимать. Скажи нет детям в уголке. Не, а точно. Пистолет. Свой этот есть, как он. Телефоны, каналы. Чё нового? В лайнер идем зачем? Скотч нам нужен, да этот как он? У Анютки волосы ломаются. Будем ей волосы. Как он называется-то? Ваш бабский этот. Женский, извините меня за мой французский этот. Сейчас я вспомню, не говори. Как он называется-то? Есть шампунь, есть бальзам. Вот, точно. Не прошло и 10 минут. Идем в лайнер, пойдем в лайнер. Зайдем в лайнер. Все вот это вот, да? Угу. В очках, да. У меня нос шелушится в талово. Сгорел. Скоро и лоб вот здесь вот. Все в этом. В таком шик-шик-шик-шик. Вчера перегрелись на солнце на даче. Да я еще сгорел-то на работе. Чувствовали? Нет, я к тому, что чувствовали себя вообще плохо. Ну не знаю, как ты, мне было очень плохо. Мам, я тоже на солнце загорала. Да. Такое было ощущение, что у меня температура. Смотри, мам, я росла. Так мне не идет, наверное. Я так как священник, да? Я иду, короче, на камеру это. Нос свой отшелушиваю. Да не ковыряй ты его, Ром. Лучше не будет. Будет только хуже. Да? Это надо дома все делать с крабом, конечно. Сегодня дома будет все с крабом делаться. Ладно, что, будем включаться по мере возможности, как обычно. Где-то что-то подснимать. Ну и все. Всем до скорых. Идем. До лайнера все дойти не можем. Ну и все, идем. Фотографирую. У нас пригрустило, да? Троит у меня что-то Сбербанк. Сбербанк троит. Нос ободрал, у меня он красный. Они так говорят, теперь ты похожа на этого. Ну, на этого. Не говори так больше. Все. Священник снова с вами. Священник. Гуринда снова с вами. О. Че? Пастырь. Такой, ну хотя в принципе пастыри такие и есть сейчас. С какой? Рыжей морды. Пасты. Да. Ты думаешь? Которым надо тоже всем по 7 план. Семь планок. Ох, тучка какая сзади. Автобус на зеленую зону, где мы вчера были. У всех называется дача зеленая зона. Нет ведь? У нас. Зеленая зона это типа микрорайона. Ну как, не микрорайона, как типа дачный поселок. У нас зеленая называется. У нас, да. Где-то-то по-другому, советская вообще по-другому. Там в каждом городе по-своему называют. Ну, вот так вот. Ладно, идем. Чё? Все, идем и идем. Лодки офигенные вообще. Да? Да, мне очень не понравилось. Зря я не взяла еще. Ну, Ром, мы здесь не перейдем, здесь все закрыто. Почему? Нам с Алисой нельзя там ходить. А, здрасте. Как хотите? Опять шум, машины. Мы идем среди кустиков. Жираешь, Наташа, что закрывал нафиг все? Как вот по пешеходу? У нас не шараш-монтаж, а самая хорошая организация.
Передаю огромный привет своему начальнику и всем работникам. Вы самые великолепные работники в мире. Возможно, когда-нибудь вы посмотрите это видео. Дубль 33. Опять сюда идем. Ой, ты смотри, какой прикольный мишка. Сейчас я вам мишку покажу. Ждите. Такой уматный. Сейчас я ему, наверное, под какашку пну. Подходим до него. До медведя. Сейчас все увидите. Дождик, наверное, да, будет? Ну, хотя по интернету вообще нет дождя. О. Не, медвежонок. Что-то дал. Сфоткаемся со мной, я тоже маленький. Ты приобними, что ли? Спасибо. Первым делом пойдем в парфюм-видер. Выходим в парфюм-видер. Я выдвигаюсь, краски. Краситься хочет. Вы хотите покраситься? Угу. Музыка классная. Шазамчик бы включить. Прекрасная салфетка. Не надо. О, все цвета радуют. Женское счастье. Везде. Может, такой. А ты хочешь просто в другой цвет какой-то покрасить? Нет. Нет. Так, а в какой? Я не знаю, в какой я хочу. Брюнет. Ка. Ка. Оп, шкафчик выдвинулся. Ходит вообще без скрипа просто вот. Такие шкафчики у нас. Пепельный, что ли? Фиолетовый, розовый. У тебя уже чуть-чуть фиолетового только остался. Ну, ты хочешь именно с каким-то цветом, что ли? Да, так посмотрел. Возьми пока кремом ручки помажь. Детский. Чё? Так всегда женщины определиться не могут, что какой нам цвет нужен, какой нам цвет нужен, зачем нужен. Пять любых возьми. Я просто думаю, может быть, покрасится кто-то красивый, что-нибудь настроит, да? Пойдет ли синий? Не знаю. Может быть. Вот такой. Нет, лучше синий, чем такой. Ярко-розовый. Или такой. Эмо год. Да, шелка сделала. Есть такой посветлее. Вот. А что мы это? Рыжий есть. Есть ярко. Что-то он на рыжий не похож. Есть тут ярко-рыжий. Короче, тонер у меня есть дома, ладно, не буду переметировать. Возьму такую. Где бальзамы? Все бальзамы. Сейчас, кстати, если честно сказать, мыться очень дорого. Проще, мне кажется, хозяйственное мыло купить. О, какой набор. А что это цена? А что цена такая 15,90? А, это пакет стоит. Что? Подожди. Я думал, что тут в евро уже, знаете, цены. Ну,
15,90. Это пакет стоит так. Вот же бальзам. Я вижу, подожди, вот это что такое? Тоже бальзам, а шампунь. А ты лучше бери, который обычно пользуешься. Протеин. Восстанавливающий микс. Маски. Музыку выключили. Что, Илюш, ты? Папа снимать пришел видео. А какие я брала? Я не помню, какие брала. Вот же. Крепкие, густые. Глискур, я не пробовала такой. Может, я себе подмышки помазать куплю за 99 рублей? Она попутала. Ну и плюс она накатила. Поэтому это я... Шариковых нету, что ли? Вот, да, Коля, по-моему, Кармен. Песня. Сейчас ты послушаешь и должен догадаться, что это за песня в оригинале. Поехали. Сегодня 99. Или 89, я не видел. Я тут они где-то стоят по это. По 150, а тут 89. Да? 0% спирта, антиспирант. Взрыв энергии. Что, он такой, таким молоком не будет? Нет. Застывать. Это что? Вот кератин, я думаю, или экспресс-кондиционер. Я в этом не шарю. Вот это а это что за банк? Хочешь, чтобы волосики у него были шелковистые, шикарные волосики? Конечно. Кто узнает этого человека? Блин, на нем написано. Мама выбирает. Мама выбирает все, что угодно. Ночь и тишина, данная навек. Сегодня понедельник, день защиты детей. Всех детей поздравляю с праздником, родителей тоже, если есть у вас дети. Счастья вам, успехов, всего хорошего, воспитывайте их. Нет-нет, чините, потому что без этого никуда. Чинить детей очень надо и очень нужно. Так что всех с праздником. Ты не хочешь всем мамок с праздником поздравить и папок? Поздравляю. Всех с праздником. Видите, меня услышали, когда я сказал, выключи музыку. Музыки нет теперь. Они же видят, понимают все. Вот что лучше? Витамины? На чики-брики пальчик выкинь, я так делаю. Да? Да. Не понравилось, да? Друг. Ну а какой остался? Вот этот выкинь. Тот это возьми, да? Я реально так делаю. Нет, нет. А мне что, много не надо. Побрызгал спортиком. 72 часа защиты. Помазал, вернее. Витаминки. Все, куда? Куда, куда? Ну, оно еще надо. Какое? Антибактериальное. Я только знаю, где лен антибактериальный. Это гель-выше. Продается. Походим. А тебе, кстати, ну, тоже выдать надо. Ты где брал? Че? Взяли нам, Кириллу. Что, ну что?
Мой справа теперь будет. Я передумал. Слева моего не будет. Так, можно я? Депиляция? Угу. Давай возьми. Ноги брить будем сегодня. Все, уходим в Галамарт. Бери, какой надо. Очередь ждем. Извините, пожалуйста, я могу? Да можешь, конечно, бери. Не могу. Что надо тебе достать? Это какой? Ух ты, 79? Да. Вот взяла, да и все. Ты что, не пошел? Как ты должен? Ну и сразу пошел. О, нож. А мы резали. Что? Так бумажного я вот не вижу скотча. А, вот ниже скотча. Ты тут же бумажный? 55 рублей. Нам одного рулона не хватит? Нет. Больше нет. Нам и двух, наверное, не хватит. А, вот тут, видишь, на 25. На 40 и на 50 метров. А у нас на сколько метров было? Просто вот такая была, а это-то совсем плывенькая. У нас вот был. У нас это большой. У нас большого такого не было. У нас нет такого на работе. Упс. Вот, да. Вот этот пошире. Ну, возьми вот этот и вот этот. Меньше-то нет, подешевле. Клей? Для его пистолет нужен. Фикс прайс. Нету фикс-прайс. Ну когда были? Когда были? Что, идем? Кто-то мне слайм обещал купить. Даже кого-то здесь слайм стоит. Фикс прайс? Ма, а можно мне? Что, аскорбинку? 8. Такой хочешь лизун твердый с блестками? Нет, нет. Тебе говорю. Нет, мне? Да, ты же хотел. Не с блестками, домой не надо. Мы все будем в блестках. Леша, ты напечатал что-нибудь? А это видишь на эту, мне такие не надо. Угу. Вот на присосках. Ну это что это для этого вообще, для туалета? Под дезик и под это. Вот крючки. Три. Да. Вот, 119. Три мало, мне кажется, будет. А для чего тебе больше? Может, что-нибудь еще из этого комплекта возьму, чтобы сразу вешать. Потом. Три хватит для кухни. И полотешко. Три для кухни хватит крючка? Куда там больше навешивать? Думаешь? Конечно. Полотенце и две тряпки, но больше ничего не надо. Какие тряпки? Я тебе про эти говорю, которые лежат. У меня сейчас в шкафу давилка, это вот это все. Я хочу крючки прилепить на эти, на присоски. И на них вешать. Чтобы они не в этом, не в выдвижном были, потому что неудобно открывать. Понял? Угу. А их вот так повешать и все. А при чем здесь крючки? А, у них там дырки есть, отверстия. Отверстия, конечно, нет. Вот я и думала такую. Да ты сейчас расхуярю эти баллоны. Вот такую взять на 5 крючков. А там что, много их? 3 штуки. Или 4, не помню. Мама мне аскорбинку купила. Аскорбиновые. Люблю их. Аскорбиночку буду вести.
такие вот, как у нас был, даже еще меньше. Да, дорогие. Капец, что-то дорогие. Идем? Сейчас, подожди. Что тут народу, я так теряюсь. Для приготовления оладий формы. Добавим для ягод из бурни. Для сбора ягод. Смотри, вообще самому делать не надо. Клево. И мы ягоды не собираем. Вот и лопатка же у меня еще там, как 4 получается. Ну. Так смотри, топорик отбивной какой прикольный. Легкий? Ну как сказать, и острый он, блин, не надо нам острый топорик. Он легкий, легкий. Ну, конечно, я ножом за 500 рублей перережу все. И кулаком перееду. Да, вилка. И чесноком. Ну, на терке его терем. Алисе еще наушники хочет купить. За 60 рублей, я думаю, нормально его. Я нашел ей. Летим на эскалаторе. Переступаем. Сходили в Галамарт. Ты чек не взяла, да? Нет. Надо брать везде. Вот эти прикольные. Сегодня магазин из локовый. Есть вон твой размер тоже. На качество бесценно. 1799. Да. Так что материал вообще не штука. Нет. Померишь? Нет. Нет. Без вот этих вот. Вот все теплый. Вон не теплый. Вот не теплый. Мне не нравятся такие. Глория джинс. Такой я с пакетиком. Скажи здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Помаши головой, покивай рукой. Кстати, вот здесь, вот видите трубы, да? Вентиляционные, блять, лампы. Вот труба. Это все я с ребятами делал в этом торговом комплексе. Вентиляцию собрали. Единственное, я до третьего этажа не дошел. Чуть-чуть только там попал на третий этаж. А так это... Я потом на другую работу ушел. Мы с этого объекта сняли на другое место. Вот мы вот эти трубы вешали сами лично. Сколько у нас лайнеру лет? Года 4-5. Да? Да хуя. Года 4-5. Вот так вот ходим по магазинам. Я уже есть хочу, а мы же сегодня уже понедельник, мы же на диете. И, короче, диета дается мне очень тяжко. О, сходили в Глори, джинс, купили, платьишки. Анюта мне футболку купила. Молодец, один я только ей ничего не покупаю. Куда ты? Ну пошли вниз тогда уже. Все, давай. Все, спускаемся вниз. На эскалаторе. Крыс посмотреть. Сейчас пойдем в Пятерку, где у нас крысы есть. Красотища. Желаю. Двери сами открываются. Передо мной. Все, идем. Фикс прайс. Фикс прайс идем? Да, почему мы в эту сторону идем? Пошли. Может, такого бренда? Да, вроде. Ну, там не крем-мыло было, а просто мыло. Нет, крем-мыло, только было. Да?
Вот эта штука прикольная, сейчас вам покажу. Прикольная штука. Штучка, дрючка. Корзинка декоративная. Это прикольно. Для сухариков, да? Фикс прайс маленький, два ряда всего и все. Праздничные, всякие тут день рождения. То да все. Да какое берешь, такое бери. Всегда. Что, его нету? Есть, но то не хочу, хочу другое. А что, вкус другой? Я пью же его, конечно, другой. Надоело. Как запах. Мои, мне. Я батарею тоже возьму, надо. Бед отжигает. Вкусно пахнет. Детское возьми, вот это. Этого? Нет, думаем. Ты что делаешь-то? Ты здоровая, нет? Очки такие зачем? Работали. Есть еще и темные, ничего себе. Че, почему? Вот. Черный, желтый есть. Нет. Пистолет это? Перешницу ищем. Перешницы нету. Бутербродница есть, прикольная. Нету ее, да? Пить не надо ее, нет. Шматье. Вот столько товара мы набираем, потом продаем на рынке. Шутка, конечно. Это что такое? Футболочка, что ли? Мужские семейники, самые нормальные семейники в мире. Что, нет размера на тебе? Надо быстро облезет, но разочек сыграться можно. Еще есть. Фокуса не было. Юбку показывают. Это эти стельки говно. Сиди. Все? На фонде говорили, что это первый препарат прямого антивирусного действия, который доказал эффективность в ходе клинических испытаний. Теперь планируют начать выпуск лекарств. А Всемирная организация здравоохранения заявляла, что победить пандемию не удастся, пока не будет создана вакцина. Сейчас ее разработчики занимаются лабораторией по всему миру. Министерство юстиции включило обновление проекта, что там?
Пришли еще раз в Пятерку. Только уже в другую. Морковку выбирают у меня. Салат корейский будет делать. Морковка неважная. Какая-то. Вся обгрызанная. Вот кто-то себе навыбирал нормальную морковку, да? Угу. Теперь у нас и чья-то, и наша морковочка. Да. Не написано же, что васаби. Хрен с васаби. Хрен с васаби, а, ну. Что, возьмем? Понятия не имею. Давай возьмем. Хрен с васаби. Это прям как-то звучит странно. Сухари панировочные. И снова здравствуйте. Вот вернулись с магазина. Что купили, показываю. Краска. Осветляющий комплект для волос. Вы видели. Уже. Депиляционный крем. Ноги брить. Гель пенка для мытья детей. Экспресс-кондиционер витаминный для волос. Щетебрики. Да. Пальчик выйти. Такая блеску. Восстанавливающий микс. Маска для волос. Да, у меня все позаканчивалось. Попробую такую теперь, что беда с волосами. Два дезика. Мужичачьих. Где мой, кстати, отдай. Выбираю. Все, у меня рюкзаки больше нет, ничего. И Галамар. Это с парфюм лидер. В Галамарте вот скотч, я его уже режу. Потом какой-то магнитный. Магнитная мозаика. Магнитная мозаика. Дождевик. Детский. Кстати, я даже не стрела, может, посмотри. Это лошадь, то ли собака браслет. Ну, качество клевое. Еще один скотч. О, малярный. Скоро дождевик. Наушники. С капюшоном. Аскорбиновая кислота. Аскорбинка, короче. С сахаром. Витамин маленький захотел. Три. Антистресс. А это уже фикс прайс пошел. Антистресс. Это еще Галамарт. Какой фикс прайс-то? Это в Галамарте было. Вот. Фикс прайс пошел. Слайм. Ресницы для глаз. Слава Богу, хоть уточнил, что для глаз. Триумф с антибактериальным эффектом. Я съела его. Карты. Деньги, 20. Не помню, где их покупали, но в другом месте. Это уже с Пятерочки. Хрен. Васаби, морковка и какие-то звезда, что это такое вообще? На ней написано. Ластик, игрушка, мелки. Но
вот еще мне Пуся футболку купила, там еще одну купила. И два платья. Себе. Вот тебе платье купила. Ну. И все. Сходили сегодня в магазин. Сейчас что-нибудь будем делать, не знаю что. Антистресс. Это прикольная шляпа. Вот такая вот распаковочка. Что купили, что купили. Шмотки потом как-нибудь во влогах увидите. Все, всем счастливо, всем пока. До скорых встреч. Пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всего вам хорошего.